чего начались проблемы в Украине. Вы ж помните, до войны Украины не было. Ее разбестили, люди голодные. Это богатейшая страна. У них было все и в промышленности, и особенно в сельском хозяйстве. Черноземы эти и так далее. Если бы это нам, слушайте, мы бы лучше, чем Эмираты развивались. А началось всего с того, управляемость потеряна, рынок все отрегулирует, безголовые, извините меня, руководители. И пошло-поехало. Коррупция, взятки на всех уровнях, дележка собственности, все порезали, раздали. Нет страны. С этого все началось. В этом основная причина. А для того, чтобы найти виновных, начали русский язык, русскоязычное население, давить, травить, как у нас во времена Шушкевича, Поздняка, Зиновия Станиславовича. Национализм у нас же тоже начал захлестывать страну, а у них уже захлестнуло. И тогда понятно, тогда и соседи смотрят на тебя, потирая руки и прочее, прочее. Вот с чего начиналось. Поэтому я всегда говорю, дайте экономику, дайте мне социально-экономическое положение. И я с вас не буду спрашивать за оборону. Это особенно важно для вас. Вы же видите, что происходит. К вам много людей приехало, родственников там много. Потом мы с вами будем объясняться перед народом, почему мы довели страну до войны. Поэтому экономика, мощь, единство людей, они не позволят развязать войну. Вот поэтому я с вас так жестоко и требую. Потому что лучше я с вас сейчас потребую, чем завтра дам винтовку и пошлю на фронт.